Игры в волейбол, время с семьей и купание. Такой отдых выбирают астраханцы. Но на пляже постоянно нужно быть начеку и заботиться о собственной безопасности. А также не нарушать установленные правила. Распитие спиртных напитков, курение кальяна запрещены в местах массового скопления людей. За порядком следят сотрудники Волгоспаса и региональной патрульно-постовой службы полиции МВД России. Сегодня их первый совместный рейд в этом сезоне. Спасатели раздают памятки отдыхающим на воде, сотрудники полиции напоминают, что нельзя оставлять вещи без присмотра и следят за порядком на пляже. Особое внимание отдыхающим вместе с детьми. Ольга Каранова знает, какие меры безопасности нужно соблюдать на воде. Ты заметил, когда в воду заходишь, ты вроде бы тут зашла, а потом тебе раз-раз-раз, и ты где-то там уже выплыла. Замечал такое? Вот, и значит, течение, оно быстрое. Памятки, которые раздают на рейде, помогают еще раз закрепить информацию, а заодно и детальнее объяснить детям, какие опасные ситуации могут возникнуть во время купания. Когда они распечатаны в виде, и они написаны, их можно зачитать детям и объяснить некоторые моменты, которые, ну, там, вызывали какие-то вопросы, там, что такое озноб, когда он возникает. Купальный сезон в Астрахани начался 10 июля. В этом году позднее обычного из-за эпидобстановки. Процентов на 15 вот, на данное время меньше случаев, чем в прошлом году. Это связано еще из-за воды. Пляжи были закрыты долгое время, потому что стояла очень высокая вода. И только сейчас вода начала уходить, пляж начал освобождаться, и люди пошли на отдых. И редкие случаи, когда нужно сделать какие-то замечания, предупреждения. Ну а в целом люди у нас придерживаются законности. Полиция отмечает, нарушения на пляже случаются, но не часто, в основном административные. Астраханцы не соблюдают социальную дистанцию, употребляют алкоголь на пляже. С открытия сезона составлено около 70 протоколов. Карантинные мероприятия внесли свою лепту, но народ, вернее граждане города Астрахани и приезжие стали более дисциплинированы и меньше нарушают действующее законодательство. Рейды сотрудники полиции проводят ежедневно. Так повышается уровень порядка в местах массового скопления людей. Отдыхать в условиях коронавируса не запрещается. Главное – помнить о безопасности. Анастасия Лунькина, Алексей Егупов, Центр новостей.